День продолжается, у нас в гостях наша постоянная гостья Елена. Вот, обратите внимание, какая красивая, обаятельная девушка сидит у нас в кресле. Мы долго стригли, ну, в течение полутора лет, наверное, точно, мы делали боб-каре с высоким красивым поднятым затылком, удлинением на лицо. Но Леночка устала уже от постоянства, ей захотелось что-то нового. Мы с ней посмотрели разные варианты, согласовали и решили это обязательно осуществить. Так что покажем вам результат, а вы нам скажете, как было хорошо и как станет еще лучше. Перевоплощение подошло к концу, к завершению. И вот такая красота у нас получилась. Что-то новенькое, своя изюминка, индивидуальность, экстравагантность. Лен, как вам? Мне очень нравится, просто безумно. Марина, ваше мнение, как всегда. Freedom Guide, your family group.